очевидного вопроса. Матч против автомобилиста. Насколько он мотивационный, насколько он принципиальный? Ну, честно говоря, да, конечно, ну, безусловно, всегда хочется бывшую команду огорчить. Ну, никак у меня, честно говоря, не было никакого. Мы готовились как к обычному матчу, и никакого мандража точно у меня не было. В плане того, что вы играли в этой команде раньше, что еще несколько игроков, что тренер был в тренерском штабе, вам помогало это с точки зрения тактики сегодня? У нас своя тактика. Мы не обращаем на... Ну, как бы у нас тренерский штаб разбирает, показывает нам те или иные варианты, какие можно использовать против этой команды. Ну, слава богу, сегодня сработало это. Вас удивляет, что у автомобилистов такая серия, что они идут так низко? Ну, я думаю, это яма, я думаю, они выкопаются, и все будет нормально, потому что у всех команд бывают спады. Дай бог им идти выше и выше. Со стороны кажется, что вот эти результаты Сибири последние, они приходят от уверенности в себе и от того, что, ну, вы знаете, что делать и что, зачем идет. Да? То есть сделали, получили результат. Это так? У нас семья. Вот так я могу сказать, охарактеризовать наши победы. У нас единый кулак, мы знаем, что делать, и каждый может подставить плечо партнеру. Как Спелту удалось так быстро найти взаимопонимание, что, начав играть с вами, он ожил? Ну, он был живой, честно говоря. Ну, именно по результатам, по очкам. Честно говоря, его работоспособность, черная работа, очень много придает, ну, моментов создается из-за этой черной работы. Ну, слава богу, что получается забивать у него, у Вити, там, у меня иногда. Но главное, чтобы это вшло в копилочку в нашу. А много пришлось общаться дополнительно там после тренировок, не знаю, обсуждать какие-то моменты, или просто поставили и пошло? Да нет, тут как бы мы знаем, у нас у каждого у нас у команды одна система, по которой мы работаем. Тут немного, ну, наверное, чуть больше понимания. Я не скажу, что он хуже играл в первом звене. Он также играл хорошо, но здесь он просто забивает. Там он отдавал, а здесь забивает.